Доброго времени суток, дорогой зритель. Как и обещал, в восьмом эпизоде, девятый эпизод начинается ровно в том же месте, с момента некого бага в системе, и нам советуют добраться до научного центра Сеченова. Вот, соответственно, нажимаем продолжить игру. И что нам с вами надо? Выберите желаемое деление. Ой, как хорошо, что все эти звуки ушли. Нам нужно с вами... Вот видите, как у нас тут пустенько. Пустенько прям не то слово. Нам с вами надо... Слушайте, а если мы вот этих малышей поразбираем и на их место сделаем хотя бы средненькие? Круто я придумал. А ну, что нам дадут? Вот, а теперь создание. Вот средненьких можно поделать. Но всего, я смотрю, мы можем 8 штук. Ну давай 8 штук. Ага, теперь смотрите, что мы делаем. Вот мне не нравится, что он потом сам автоматом наверх. Вот нафига я тебя прошу наверх делать? Нет. А это что у нас? Так, это малыши. Отлично. Оп. И теперь у меня средние капсулы есть. Но проблема вот в чем. У меня нету химии. Угу. Это вот эти роботы. Ну, короче. Ладно. Чтобы... Ой-ой-ой, как все печально. Ну, а дробаш можно взять. Хорошо. Ну и все, ну и погнали. Есть что из... Ага, нету. А нету, подожди. А у меня же есть вот. Место здесь есть? Есть. А нету. А это что? Блин, значит такое. Ладно, погнали. Бежать еще дофига. Так, вражина. Эй, сюда иди. Не понял, где с него дроп. Второй момент. А чем мне бежать полкилометра, если как бы он поезда ходит? Ладно, может туда поезда не ходят. Блин, полкилометра пешкодрапать. И чё ты, блин? На пригорочек не можешь залезть.
Майор, майор. Пять в трех соснах. Я только начал. Каждая тварь за день норовит. Суки! Так куда еще дальше убеги? Прям с упора. Это даже немножко как-то забавно выглядит. Ты можешь залезть сюда? Или ты вообще уже больше никуда не можешь залезть? Батон. Не нафиг. Так, а здесь еще? Ну это просто симпатично. Или там что-то есть? То есть ничего нет, что-то ловить. Что изучает центр Сеченова? Радиоволны, товарищ майор. Здесь есть оборудование, которое поможет Петрову вас засечь. Передвигайтесь с осторожностью. Тогда вообще молча. А я думал, у меня патронов много. Угу.
Очень много точек. Прикольно, даже поломалось. Авторизация. Да, тут надо как бы паштет прикольно. О, снежок. А чё по снежку?
Ну, тоже нехило. Можно снежок сделать вместо... шведа. Да или ладно, пока. Чё по патрончикам, патрончики, патрончики. Почему опять на склад? Регистрируй еще больше вражеских сигнатур, майор! Вы ввязываетесь в серьезный бой! Я вас понял. Да где у тебя кнопка, падла? Ого. Да ядрен батон, сколько можно в меня долбить? Основываясь на информационных данных уровня тревоги врага, товарищ майор, вам каюк. Да я в курсе. И чё, ты не можешь здесь пройти? Чё-то я там, конечно, накосипорил. Жестко. Thank you.
Блять, никто не извинится. Я в домике. Воу! Уходи! Залежали! Я какую-то лютую дичь сделал, да? Авторизация. Быстрее! Не делать войну. Уровень угрозы. Знаю, видит они меня, не видят. Ну да. Да, вот сейчас я что-то пожалел. Надо было аккуратнее, кучу времени сейчас потрачу на беспонтовые эти битвы. Побежали, побежали. Вообще в тупую бежим. Максимально в тупую. Ты посмотри, кто к нам пришел. Думаю, я тебя не заметил, собака. Вот и нулевой уровень. Это было жестко, если честно.
Да ты тупой, блин! Ну, пош... Да что ж ты делаешь? По тяжело бронированному противнику. Надеюсь, тому, кто его придумал, повезло не меньше моего. Да, я тоже надеюсь. А вы о чем? Да, о социальном рейтинге, Нечаев. Вам-то на него плевать, вы в особой категории. А нам, обычным людям, он нужен. Особенно, если мы хотим получить не обычную мысль, а продвинутую. Светалая звезда, например. Нахрена она нужна? Как это нахрена? Сразу видно военный. Качество, уникальность. Чтобы у тебя было лучше, чем у большинства. Обычные человеческие желания. И вот из-за этого я вне смены осталась специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь 8 часов сверхурочных. Все было бы хорошо, если бы каждая пятая сволочь не начала пытаться повысить свой рейтинг перед полимеризацией. И от этого случилась социальная девальвация. Достойная мотивация. Это вы сейчас что, издеваетесь? Идите уже! Все равно я теперь всего лишь статистика. Так. Там на улице прям война какая-то. То у меня есть ощущение, что игру опять проклинило нехило. И лучше вообще перезайти, потому что тут вон чё-то откуда-то стреляет. Гребаная война. Вообще. Роботы что творят. Изобрели модем. Молодцы. Ты уволен! Пока. Это собака! Товарищ майор, где-то неподалеку. Тише.
Как ее открыть? Что-то непонятно. В смысле, назад вернуться? Что-то оп, то ли немножко. Уйди, парень. Ну, пришел, и чё? Какая? Говно ты, а не боец. Да что за язимова хрень здесь происходит, а? Второй этаж попасть непонятно. Да вы ни хрена что творите, а? Вы чё? Тут какая-то реальная, блин, война на ровном месте взялась. Вы чё?
Ого! Ни хрена себе. И патроны, да? Гудбай. А чешуеть вообще, что творится, а? Не, что-то в игре пошло не так по-хорошему. В таких моментах надо перезагружаться. Нет, что-то какая-то фигня. Я вижу каждый твой шаг, псина. Ты меня не ост... Да, блин, пошел вон. Не дозволено быть голосом. Ну что, попались, голубки? Ну что ж ты такой глупый, а? Ты убил его! Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сеченова порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожил этот маньяк. Я знаю. Но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Подал голос. Залаял. Видишь, он только очнулся и уже угрожает. Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? 2-3 тысячи, а? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове. На ВДНХ. Здесь роботы атакуют всех без разбора. Всех, кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Виктор, ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор! Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! Как ты мог? Мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! Нет, не трогай меня! А ты действительно ей ничего не сказал? Обраменчиво. Полегче. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел.
Ну какой маленький умничка. Петри вызывает Челомей. Петров бежал. Снова. Блин. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор? Я уже понял. Не лезь под руку, а? Ну, там... Жесть какая-то. Не знаю, как через них всех пробиваться. Патроны, конечно же, у меня опять закончились. Получается полутать. Я говорю, игра чуть-чуть подглючила. Надо до какого-то момента дойти, сохраниться, перезайти. Вон и одно и то же достижение постоянно вылазит. Ну, можно сесть в машину уехать? Нет, нельзя, валим! Я тебя не только услышу, но очень скоро увижу. Готовься, больной сучоныш. Готовлюсь, уж поверь. Сюрпризы тебя уже ждут, пёс. Ты настроил против меня Ларису, гад. Теперь она не отвечает на мои вызовы. Прости, если сможешь. А если не сможешь, то не прощай. Мне похер. Раз, ты можешь отменить звонок? Где находится эта сволочь? Я применю мои приседки. Театра? На территории предприятия. Авторизация. Майор Петров. Что здесь? Ой. Да. Жесть. Поехали, это заряжено. Сохранение данных. А кстати, а если взять?
Не знаю, сколько эта штука, что я сохранил, да. Попробовать. Вот я сейчас только что сохранился, перезайти, потому что игру колбасит капитально. То есть у меня ноль, а на меня все валят, как будто второй уровень тревоги. А, ну вот они все опять, да? Отстали. Машина внизу. Не, к сожалению, это не так все красиво, как хотелось. Еще неплохо. Очередная мертвая деревня. Яблочково. Отсюда комплексы предприятия, преимущественно Павлов, снабжаются ресурсами. Через автоматический сортировочный узел на ближайшие фабрики туда отправляют животных для создания нейрополимеров. Иногда наука та еще дичь. Хороший каламбур, майор. Я удивлен. Да иди. Все равно глючит так, как будто. Давай, давай, подходи, уебок. Парил. Так, ладно, что по патронам, там еще чего? Доступ разрешен. Сейчас еще что-нибудь. Для калаша. Так, что по... Ой, да ладно, можно, короче. Блин, как тут все отлутать. Так, все, тачку прыгнул, поехал. Ого. Фига ты водишь, товарищ майор. Нет! Нет!
Мне нравилась эта машина. Взорвали мою машину. Побежали уже. Сейчас мы применим. Это все, конечно, замечательно. Но вопрос, а мне-то надо куда? Гениально-то оно гениально. Что, я сюда перся? Да, тут что-то... Вражина прям по духам летает. Будьте внимательны, майор. Враг поднимает уровень тревоги. Да, блин, как тут пройти? Явно заклинило, сильно заклинило. Я даже не знаю, что делать. Куда идти, куда податься. Вообще не понимаю, куда идти. Давай, майор, прыгай, прыгай. Ну что ж ты делаешь? Так-так. Давай, телекинеза, может. Валим, 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 валим. Упор не понимаю, что... Что мне надо делать. Ладно. Спокойно бегу сюда. Фух. Чё-то жесть постоянная какая-то. Непросветная. Авторизация. Майор. Звездочка. Как всегда, недостаточно. Вот тут достаточно, но... Да ты, скотина! Волота-то какая, а? Майор, оружие или... Хотя подожди, а ну тап. Нормально я там насобирал этих? Фига, 580. Персонаж. Силач я взял, да? Это взял. Скорость бега увеличить.
Да вроде недорогой. Тоже хорошо. Чё, всё? По идее, здесь все, да, сделал. Выберите желаемое. Забыл патроны. Сохранение данных. Ну чё, погнали. Так, мне нужно туда. Давай. Ага, камеры давай. Поехали. Полигон 11. Ну, это я, да? Это я. Это какой-то спутник. Ну чё, выдохнул и поехал. Самая жесткая 200-метровка. Петров, трусливая сволочь! Обложился роботами в 10 слоев. Он пытается выжить. Но вы правы, товарищ майор. Из театра ему бежать больше некуда. Это его последний шанс. Нет у него шансов. Это интересно. Чё-то это же тут неспроста. Доступ разрешен. Что-то у меня такое подозрение, что там нас что-то ждет, и причем довольно жесткое. Вот это что такое? Это большая капсула. Большую капсулу надо брать. Маленькие. Чё по патронам? На калаш чуть-чуть насобиралось.
На ПМ чуть-чуть. Ну, блин. Ебучие пироги. Такой же пельмень-переросток едва не отправил меня на тот свет в деревне лесника. Мне даже убить его было толком нечем. Зато теперь выбавься оружие, товарищ майор. Пока Беляш охраняет вход, в театр нам не войти. Мы будем внутри через 5 минут. С удовольствием поквитаюсь с ним за все хорошее по доброй памяти. Вы в натуре ебанулись! Зайцу. Где у тебя кнопка, падла? А в натуре, а где у него кнопка, а? Патроны это заканчиваются. А слабое место у него так и не найдено. Кнопка, падла! Реально, где?
Говно ты, не боишься. Ну что-то как-то сейчас говнял ты. Все. Не знаю, как его добить. Я не знаю, где я сейчас появлюсь. Потому что я в него все патроны впулил. Пельмень Переросток едва не отправил меня на тот свет в деревне лесника. Мне даже убить его было толком нечем. Зато теперь выпался оружие, товарищ майор. Мы будем внутри через 5 минут. С удовольствием поквитаюсь с ним за все хорошее по доброй памяти. Иди, парень. У тебя кнопка, падла! Дровосек, сука, жилет! Я увернулся! Иди, иди сюда! Подходи, подходи, уёбок! Thank you.
аккуратно. Надо под воду, что ли, прыгать или как? Или как-то с этим связано? Ага. Понятно. А чё он не хочет сюда прыгать? Реально? Как туда попасть? Ладно, это было очень круто, максимально круто. Я ничего не понимаю, куда дальше идти? Выберите желаемое. Просто пусто. Каких-то малышей. Но я в упор не понимаю, куда мне дальше идти. Ну, то есть, как бы перепрыгнуть туда нельзя. Как-то вниз, ну... Ну, как бы, эта хрень что-то охраняла. Ну, охраняла, охраняла. Ну, это вообще, блин, из Звездных войн что-то. Если думаешь, что надо вот это помесить. И оно вдруг расколется, и там проход будет. Не похоже. А туда как бы перепрыгнуть не дает. Что там наверху? Ничего не понимаю. Я сюда перся, а что охранял этот? Товарищ меня ведет. GPS куда-то туда.
Непонятно, если честно. Тут такая ожесточенная битва была. Ну не оживать. То я вторую такую битву не осилю. Сюда. Я вообще не понимаю, что это. Покажи, чему обучил. Да, подержи. Почему меня ведут туда, а там делать нечего? Просто реально непонятно, что там делать. Туда не пройти. Ну, что такое театр? Как до него добраться? Так, где-то тут у меня была комнатка сохранения. Тут пока что-то лютая фигня творится. Вот там наверху, да, была.
там, а вон там. Но игру явно заглючил. Я по-другому. Ну как показывает, иди туда, там ничего нет. Я только начал. Сайт. И что получилось? Это битва на полтора часа. Ну, слушайте, мне, честно говоря, сильно не нравится, как заглючила игра, прям капитально заглючила. Поэтому давайте я попробую этот эпизод на этом месте закончить, потому что, ну, прям дико лагает. То есть, сильно не нравится. Так что, до встречи в новом эпизоде. Пока-пока.